Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонисакур, мы продолжаем играть в игру под названием Resident Evil 7. Эль, привет. Ну что, ребят, я вам говорю, что поиграем в бильярд. Давайте попробуем. Я надеюсь, что сильно не улетит шарик. Как так? Ну и... все испортил, ты представляешь? Ну-ка. Ну, может, все-таки попробуем? Ну давай, закати. Ну достань ты его, ну серьезно. Ладно. Угу. Так. Ай, бля, ну ладно, весь план мой пошел к херам. Короче, я здесь побегал, пытался найти ту... ну, как его, унитаз этот, чтобы нычку-то найти. Не вышло. И кепки этой я не нашел, которую, ну вы поняли, о чем я. Так, ладно, давай на разрывные тогда перезаряжаем. Вот, тут маленько покрафтил, сделал себе этих разрывных патронов. Короче, помните, мы находили с вами вот эту вот штуку в кустах? Где она? Вон там, на улице. Мы нашли с вами игрушечный топор, а он у нас что напоминает? Цифру 7. Поэтому я думаю, что топор подойдет. Правда, не знаю, куда надо ружье. Это я вообще не догнал. Поэтому давай попробуем, почему нет? Вот сюда и топор. Подожди-ка. Нет. Да. Есть, сука. Мы с тобой вообще молодцы. Стабилизатор. Понятно. Расслабляет мышцы, так, и ускоряет перезарядку. Действует бессрочно. Ну вот так вот. Отлично. Вот тебе, пожалуйста, вы ускорили перезарядку. Бесплатно. Так, а куда же тогда нужен дробовик? Ее нельзя использовать как оружие. А куда его использовать? А вот это уже очень интересно. Давай его пока положим на склад и посмотрим. У нас с тобой есть кассета, которая называется «С днем рождения». А, так, отмычка, синяя карта. Вот, пищевые добавки еще нашел. Нахер они нам не нужны. Пороха у меня здесь больше нету, да. Так, сохраняемся. Нихера себе, вот это я молодец. Топор напоминает цифру 7. Я молодец. Все, ничего не знаю. Так, монету так и не нашел, к сожалению. Вот у нас видак есть. Пойдем. Вставим кассету и посмотрим, что это. Интересно, на самом деле. Так, с днем рождения. Эксперимент должен идиоты пазлы. Ты, друг, на редкость везучий сукин сын. Ой, это опять я. Знаешь, я тебе реально завидую. Что? Не веришь? Такую радость? Ты ее не подделаешь. Неделя упорного труда, и вот, наконец-то, мой шедевр. Все ради тебя. Ой, ну не начинай, я же старался. Будет весело, обещаю. Вот мы сейчас с тобой подглядим, что нас ждет. Он же нас тоже зовет на праздник там, типа. На вечеринку. Блин, ты серьезно? Это что за херь? Свеча. Так это же... а, это игрушка, фу, слава богу. Помнишь, мы в демоверсии находили палец-то, вот этот, рука там как-то вот так вот, блин, было, или вот так вот, я не помню. Палец приделывали кукле-то. Надо было там руку найти. Гвозди везде, обалдеть. Что-то нарисовано, как будто эта кукла сама рисовала, это как? Он еще и клоун, да, типа, в клоуна наряженный. Так, свеча, как она ярко светит. Хорошо. Так. Но здесь лутать нам нет смысла, потому что это запись. Осматриваем тогда все. Ну а нахера так темно-то делать? Алло, какой-то праздник. Махать-то я могу? Нет. Торт. Так это же газ. Какой-то индеец или кто это? Боже, ну и рожа у нее. Это ж она вроде. Женщина. Так.
шарики. Ну нахер такой день рождения? Выпустите меня. Ну пойдем. Что делать? Спасибо. Игра называется «Только бы выбраться из этой комнаты живым и не умереть страшной мучительной смертью». Знаю, знаю. Над названием надо поработать. Возьми свечку, зажги и вставь в торт. И улыбайся побольше, вечеринка это для тебя. Так, зажечь... Зажечь свечку. Так, давай сразу смотреть, что это. Опа. Смерть с косой. Повешенный. А прикинь, сейчас рандомно разгадаем. Так, ищи подсказки, сразу надо найти, ребят. Заводной ключ. Заводной ключ. Получил я. А нахера он мне нужен? Так. Но сюда явно его не вставишь. Так, выбрать цилиндр, вращать. Ой, это все не то. Так. Вот смотри, первая карта. Ну вот, это ж явно подсказка. Возможно, это типа смерть с косой. Будем так считать. Дальше. Здесь. Вентиль. Что это? Это вроде собака какая-то, да? Да, собака. А, это полная картина какая-то. Боже, нахера так делать-то? Нихера не вижу. Нормально. И, короче, это бабушка. Я сказал, там, муж-то она смотрела. Это Джейк, или как его? Джек. Это тот, который папка-то. То есть она его мама. И она явно на нас злится. Использовать. Ну, понятное дело, свечу здесь надо будет использовать. Но только горящую свечу. Хорошо. Ну, ладно, давай. Чё? Понеслась. Эта свеча не горит. Я понял, что она не горит. А как мне зажечь? Так и не прекращается. Она ползет, да? Я должен ее поджечь, когда она туда, что ли, вылезется, или что? Как мне отключить систему подачи воды? Во. Вот куда... Серьезно? А что написано-то? А как там что-то было как-то 2F? Ну, ёлы-палы. Так, давай смотреть здесь что-нибудь. Ну, так ты течешь? Да, смотри, она подтекает, подтекает. А это что? Это шарик сдувшийся. Ну, ждем. Чё? Я могу еще сказать. Сейчас она до туда доползет, и там ее подожжем. Я так понимаю. Ну, а побыстрее как-то можно? А, подожди, а где ее вообще зажечь? Я что-то не понял. У тебя? Что? Подожди, а, вот у этого пальца не хватает, я не понимаю. Вроде пальца, да. А вот это что? И что дальше? Ключ мы вставили. Слышь, свечку мне зажги. Так, давай искать открытый источник огня. Что? Вода не течет. Что? Смыть. Так, что-то есть. О, твою мать, ну и мерзость. Что это? Грязная подзорная труба. Выбрать подзорную трубу в рюкзаке. В смысле? Убрать в рюкзак. Ничего не понимаю. Так. Что написано? Похоже, ее так поляризационным фильтром из-за слоя грязи в нее почти ничего не видно. Ее оснастили вот этим каким-то фильтром. Хорошо, у нас есть фильтр. Вода не течет. Там вообще, похоже, какая-то сквозная дыра. Что дальше? Можете подзорную трубу дать? Не подходит. Хорошо. Вот газ. Нет, газ у нас вон, там шел. Надо это дело как-то поджечь.
вентиль, который надо. Это у нас выгорает. Вот это задачки решай. Обалдеть. Это не включается, не включается. Ладно. Хорошо. Не, ну эта херня всегда будет. А, что с этим-то? Вытекла она. Еще течет. Так и не прекращается. Пароль. Не знаю, но вот подарок там нарисован. Здесь ничего не заюзать. Подзорная труба явно... Подожди, куда она может... Поляризационная херня какая-то. Может сюда... А, сюда я ее пытался одеть. Не получается. Все... А, во! Ё-моё, как все элементарно-то. Свеча. Так, зажгли. Теперь мы должны поджечь вот это, по сути. Но здесь вода. Проползти? Нет, ясно. Не вариант. Еще раз зажигаем. Так, а нельзя? Подожди, давай вот теперь попробуем вот эту штуку подпалить. По-моему, херовая эта идея, да? Бесполезно. Ладно, тогда пережигаем веревку. Ну давай. Готово. Дальше, вентиль. Как много шариков. Ух ты, жесть. Ха-ха, лопнул. В смысле сюда? Хэппи написано, счастлив. Без пароля открыть будет сложно. Ну, так в смысле? А, я именно должен его найти, да? А он где-то в шариках, да? Давай всех лопать. Опа, воздушный шарик. Так, воздушный шарик. На... Не надутый воздушный шарик. Осмотреть. В нем же какая-то херота. Точно, нацепить на трубу. Да? Правильно понимаю? Вот сюда. А что он такой шипастый? Дурак, блядь, ну а что, не отойти было? Ой, дегенерат. Ты не видел, что там шипастая херня? Ой. Что это? Тебе прям в письку, что ли, воткнулось? Не. Тротик какой-то крутой. Перо для письма. Перо для письма. А, это, получается, надо дать вот этой кугле, да? Он же там писать чем-то хотел. Он не может ее держать. Найти теперь надо палец. Хорошо. Так. Перо для... Я понял. Давай дальше лопать шарики. Наверное, что-то еще есть. Подожди, что у меня имеется? Горящая свеча. Перо. Мне надо найти палец. Не, ну здесь нету ни хера вроде. Без пароля будет открыть сложно. Пойдем туда искать. Пока мы не получим вентиль, мы со свечкой туда не пройдем. Так, что-то я упустил. Давай раскаленное перо сделаем. Нет. Похоже, это не горит. Мне надо как-то промыть эту подзорную трубу. А как мне это сделать, если нет воды? Вопрос. Так, ну здесь мы с тобой все уже, да. Мы здесь достали все, что надо. Так. Где его может быть палец? Чё-то я вообще не втыкаю. Да, долго мы с тобой провозимся. Где палец? Гвозди. Может, тоже выпал? Не. Все, это больше не активно. Не, надо здесь где-то искать. Help. А. Подожди. А, here. Да. Ага. Может быть, он где-то здесь? Нахера мне вот эти экраны показывают? Я не понимаю. Может, в каком-то из шариков-то все-таки есть то, что мне надо? Давай закроем комнату. Окей, ладно. Буду тогда сам бродить ходить. А, подожди, пароль, если только попробовать угадать. Там. Ну, это вряд ли я смогу угадать. Сверху-то вот нигде нету. Нету вроде.
Так, все еще течет эта штука, да? Угу. Не, ну серьезно, ты представляешь? Я зашел в воду, и мне промыл эту подзорную трубу. Так, хорошо. У нас с тобой идет прогресс. Теперь у меня есть... Так, промытая подзорная труба. Дальше. Что я должен сделать? Все равно оно у меня грязное почему-то в инвентаре типа отображается. Ладно, закрыть. Значит, юзать. Не знаю, пошли с этой подзорной трубой, что ли? Может, через нее я что-то увижу? Так. Не, убирать в рюкзак мы ее не будем. Возможно, я что-то смогу увидеть через нее. Я просто не совсем понимаю, что... Смотри! Повешенный... Птица на камне, на могиле и ребенок. Во как. Так, подожди, повешенный, птица. А в каком порядке? Так. Сначала повешенный, птица на камне. Это вот это? Нет. Вот. И ребенок. Готово. Ты кто? Соломенная кукла. Окей. Мы нашли соломенную куклу. Что с ней? Эта кукла на ощупь очень жесткая. Давай смотрим. Ну и в смысле? Так. Ну может быть ее... Надо... Подожди, а куда куклу надо? Этому может вместо пальцев сунуть? Но это бред. Не подходит. Кукла, кукла, кукла. Куда я могу куклу сунуть? Думай. Может, спалить ее нахер? Точно. Наверное, спалить ее надо. Ага. И что внутри? Палец. Палец куклы. Вот он. Отличненько. Берем палец куклы. Дальше. Берем перо. И он напишет пароль, правильно? Погнали. Что за хрень? Что ты делаешь? Нет! Лузер. Неудачник, короче, написано на руке. Взгляните на свою руку. Лузер. Да, ну и игры у него. Короче, пересмотрел он этой пилы, да? Так. Значит, лузер. Поехали. Л. Ой. Так, подожди-ка. А, лозер, короче. Л. О. С. Е. Р. Так, F. Готово. Ну, здесь у нас вентиль мы забираем. Рукоятка. Погнали. Потом мы поджигаем свечку, и все хорошо. То есть, сейчас мы вентиль вот сюда вставляем. Ой. Ну, нахер эти видеозаписи. Готово. Так, теперь поджигаем свечку. Так. Что? Не так. Так. Бомба. Я просто тик у него слышал. Ёп. Понятно. Что-то как-то он стонет нереалистично. Пошли отсюда. Закрыто. Подожди, а что делать? Ладно, я горю.
Затычка. Нет, сгорел. И что, это все? Я проиграл? С днем рождения! Ясно, короче, этот Лукас, это вообще какой-то отморозок еще тот. Но видишь, непонятно, вроде способностей у него никаких нету, да? Я имею в виду, что, ну хотя хрен знает, но он-то тоже патроны для полотенце, пепельница и толчок. Секрет. Тот, который я искал. Действительно, в трейлере... Подожди. Так это в смысле? Пистолетные. Патроны 44 маг. Крупнокалиберные патроны. Это была та самая нычка? Не поверю. Подожди. Ну, обычно это какое-то что-то отодвигающееся и так далее. Да ну... Нахер. Что за прикол с патронами-то этими? Ну, обалдеть, получается, мы с тобой сейчас берем вот этот пистолет, и у нас к нему нету патронов. Ну, вообще замечательно. Просто супер. Дерьмо. Ну да, смотри, они просто были сныканы в этом толчке. А я что-то не помню, а он вообще был открыт? Или он после записи только открылся? Так, ну, их сдаем на базу, так сказать. Дальше, синий ключ карта. Хорошо. Так, сохраниться обязательно надо. Хоть бы достижение какое-нибудь дали из-за того, что мы с тобой посмотрели эту запись, да? С патронами на самом деле все очень плохо. Что с дробовиком, что с этим. Кассету сдаем, кстати говоря, тоже на склад. Давай, оп. У нас есть отмычка. Ладно, что, пойдем так, как есть. Так, все я сделал, все, что я хотел сделать. Цифру 7 мы поставили, все нормально. В бильярд поиграли. Ну. Нас ожидает с ним какая-то жесткая игра. О, смотри, как красиво. Краска. Веревка. Смотри прямо. Let's play. Давай поиграем. Окей. Давай. Кажется, у него немножко колонки грузят звук, да? Ну, давай поиграем. Итан, постой, у меня для тебя кое-что есть. Гляди, что у меня есть. Знаешь, для чего это? Знаешь, зачем Зоя это нужно? Она думает, что это что-то особенное. Нет, Итан, не особенное. Вот. Вот что особенное. Видишь ли, Итан? Блять. Не все хотят повернуть время вспять. Блять, он отрывает свои ногти. Что? Что, Эвелина? Я просто хочу ему показать. Я просто хочу ему показать, что не все хотят вернуться к прежнему порядку вещей. Зоя тупая сука. Она не понимает, что я хочу возвращаться. Не хочу возвращаться к прежним временам, пока отец вас всех не... что-то там. Не все хотят повернуть время вспять. Так вот, Итан. Итан? Ты можешь сколько угодно ползать по этим вонючим поганым домишкам и искать эти твои ингредиенты. Но ты ни черта не найдешь, Итан. Хочешь сделать сыворотку? Ууу, детка. Это только через мой труп.
Слышишь? Ну давай, Итан, что скажешь? What do you say? Fuck! Чё, осколки из глаз-то повытаскивал? Так, он говорит, что только через его труп. Организуем, братан, без проблем. Так, только монетку подкинь мне. Все в краске. Как думаешь, что нас здесь ждет? Я вот даже предположить не могу на самом деле. Трава. Манекен попастый. Ага, растяжка. Собственной персоной. Ну, пацан-то любит поиграть. Гильзы для дробовика. Тема. Как тебя разрядить? Никак, что ли? Серьезно? Проползем, значит. Так. Будем стараться набирать патронов побольше. Потому что все очень плохо. Так, ну здесь понятное дело. Вот здесь что-нибудь... Опа, патрон к пистолету. Хорошо, уже лучше. Ага. Интересно, а если он поставит ее снизу? Я ж прыгать-то не умею, персонаж не умеет прыгать. Что я буду делать? Стрелять в нее? Так, окей. Ну как-то слишком видно на самом деле, да? Что там ловушка? Ну возьми ты хотя бы этот валик, чтобы убивать. Ну ё-моё, ну заколебал этот нож. Опа, нычка. Еще одна нычка, ребята, мы ее нашли. Вот она. Ремкомплект. Где он? Ты его видишь? Как он выглядит? Ладно, наверное, устал и в глаза долблюсь. Так, не увидел я ремкомплекта. Он как отмычка, что ли, выглядит? Нет. А где он? Ладно, забей. Так, я его точно забрал? Я его не забрал, блядь. Отлично. Так, ремонтный комплект для починки сломанного огнестрельного оружия содержится... Так, содержит ограниченное количество запчастей. То есть... Мы с тобой можем починить... Ага, крестом идет, смотри. Так, а я проползу? А вот это серьезный вопрос. По идее, должен. Бля, ну меня толкает прям туда. Может выстрелить в нее, слушай, а? Давай выстрелим. А где вторая мина? О, да у тебя глаз алмаз. А то, ублюдок. Так. Он еще, сука, за нами реально смотрит. Отлично, две нычки нашли за сегодня, ребята. Две. Так, перезаряди мне на разрывные. Ну, как-то ты веришь в то, что здесь нет ничего? Не, ну серьезно. Не, ну то, что мы нашли нычку в трейлере своем, мне она не понравилась, потому что патроны там положить, ну это несерьезно. Если бы тогда положили, так много. В чем прикол данной коробки? Гильзы для дробовика. Короче, нам реально его придется мочить. Видишь, нам дают патроны для дробовика. Но самое интересное то, а что если бы я не взял дробовик? Я тебе говорю, где-то здесь подвох сейчас будет. Блять. Ты это, прости за бардак, сучара, а? Так, по-моему, трава лишняя есть, давай заюзаем. Я прям как чуял, но я думал, что... Там где-то будет просто ловушка, я имею в виду это, растяжка. Я пойду дальше и нарвусь. Во, еще одна. Угу, это лестница, она опускается, понял. Но не думал, что она... Ах ты, ё-моё, я понял. Так, на обычные. Поньк. Смотри осторожно, они кусаются. Я уж понял, бля. Так, протиснулся, все. Что? Что? Я вижу. Так, а, смотри, нам выдается ящичек. Так, слушай, а у меня же здесь сломанный пистолет.
Может, он получше? Подожди. А как узнать, какое оружие лучше, какое оружие хуже? Объясните мне. Починить. Пистолет. Относительно мощный пистолет. Он в плачевном состоянии, но вроде еще стреляет. Обычный пистолет. Сделан так, чтобы с ним справился любой. Так, ну хорошо, тогда... А подожди, как мне разрядить оружие? Никак. Хотя я знаю как. Знаешь, как это сделать? А, точно, да. Вот, 12 патронов, да, у нас? А с чем их можно скомбинировать, я не понимаю. С оружием, да? Разделить. Дальше. Не разделить, точнее, а перекинуть. Пистолетные патроны. Ах ты, сука, смотри, он все только кидает. Ну вот это вот жесть. Это очень плохо, ребят. Ну с двумя пистолетами тогда пойдем, чё. Так, что еще скинуть? Трава, аптечки есть. Дробовика патроны есть. Ну вроде готово, чё. Только сохранялку я не вижу. Где она? Кто-нибудь видит ее? Как он выглядит-то хоть? Ну, так это кольт. Ну, я думаю, может, он будет получше все-таки. Я не вижу сохранения. Кто-нибудь видит? Ну ладно, что? Погнали. Долбанные пароли, а? Понимаю. Попробуй 0814. Не-не-не. 0621. 0514. Ну давай, рискни. В смысле, 0514. Так, 0. 5. А может так? 1, не, нельзя. 14, так. 0, 5, 1, 4. Блять. А какой пароль был до этого? Серьезно? Окей. Сохранение. Так, мы должны найти пароль. Надо было записывать, наверное, да? Но то, что трупы начались, мне нихера не нравится. Эпоксид. Да. Окей. Так, здесь. Ну нахер, сука, этого подрывника. Не, ну меня купить не должно. Патроны для дробовика опять. Эпоксид, эпоксид. Но его пока нам не с чем абсолютно его компоновать. Так, пошли. Опа, вот здесь-то лучше не бегать. Вдруг мина какая. Давайте пистолет достанем. Главное, чтобы ловушки не было. Это какая-то скотобойня. Давай, давай, на ловушку его. Ясно. Слушай, а хороший пистолет? В смысле, ты еще ползаешь? Хороший пистолет, мне нравится. На, эпоксид. Ну ладно, потом. Я бы применил на маленькую эту. О, большой, большой идет, отлично. Сейчас мы его же ловушки на него и используем. На нахер, сука. Ну серьезно, ты не умер? Не жирно ли будет-то, ублюдок? Не сдох еще. Ну давай, выходи. Я понял, в чем его прикол, он точный. Он очень точный пистолет. Еще один, так, ладно. Шутки кончились, ублюдки. Так, какая там цифра-то? Во.
Это же разрывные у меня вроде, не? Не. Вот сейчас да. Босс. Безногий. Ой. Что ты, блядь, там ковыляешь? Да ёб налево, ну что я делаю? Так. Готов, все. Все, этот пистолет мы разрядили. Теперь ходим только с этим. Подождите, я не понимаю, почему на Глок больше патронов? А, нет, все нормально. Так. Давай смотреть. Трава. Здесь ничего не сныкано. Так, мышка просто неудобно лежала, поэтому да, это все мышка виновата. Я сосредоточен. Порох, погнали. Эпоксид. Плюс порох. Отлично. Дробаш не будем трогать. Дробаша оставим, короче, на босса. Ну так, смотри-ка, закопали прям. Я уж подумал, что там что-то можно найти реально. Просто ведро гребаное. Так. Ладно, я собран. Я собран. Смотри, там либо мина, либо что-то активировать надо. Идем. Хорошо, чекнем сначала здесь. Главное, чтобы на дверях не было растяжки. Сохранение. Отлично. Сохраняемся. Вот же сука, в натуре с нами игру устроил. Зачем здесь телевизор? Так, что у нас имеется? Что у нас имеется? Нихера у нас пока не имеется. Сильный эпоксид. А, пистолет скинем. Вот этот. До свидания. Это оставляем. Огнемет, я думаю, не будем брать. Патронов никаких не имеется. Да. Все, окей. Патроны для дробовика. Твердое топливо. А нахера твердое топливо здесь? Может, это сено какое-то горит? Я не знаю, можно поджигать его, и типа они на нем будут гореть. Пойдем. Так, давай туда заглянем. Вот ловушка, видишь? Ой, сразу вижу. Так, это разбить. Эпоксид, еще один. Подожди-ка, нет, надо инвентор нажать, переместить пистолет. Подожди-ка, а как его переместить? Во. Двоечка, отлично. Троечка, дробовик, двоечка. Ага. Все нормально. Эпоксид пока прибережем. А вдруг еще сейчас порох найдем. Вот это что там? Какая-то кнопка. Окей. Я надеюсь, ты не взрываешься. Нормально, сильный эпоксид нашли. Так, это какая-то лебедка, смотри. Спрыгиваем типа вниз, да? Вон пульт. Как бы там не повылазило. Всякая херота. Так, хорошо, что это? Сюда надо вставить аккумулятор. Понял. Что это? Что это такое? А, это лампочка. Господи, выглядит как соска какая-то, да? Вон еще ящик. Давай разобьем. Топливо для горелки. Смотри, все почему-то указывает на топливо. Вот это, на огнемет. Зачем? Сейчас начнется какая-то жопа. Я вот просто не знаю, от чего. Вот аккумулятор. Что именно мне ожидать? Толпы этих ублюдков сейчас повалят. Так, трава. Вот теперь у меня все плохо. Так. Две травы. Сильная аптечка. Ну, давай-ка, трылчо. Залекались. Так. И тогда давай... А, сильный эпоксид. Плюс вот это вот. Трава. Отлично. Все, забираем аккумулятор, я так понимаю, да? Больше ничего здесь нету.
батарея. И сейчас повылазит нечисть. Опа. Ну вот смотри, по-моему, он выглядит как именно со взрывчатка. Он очень маленький, да? А, нет. Ух, нормально. Прокатило. 20 патронов у нас есть. Так, аккумулятор, поехали. Блять. Ну ты, он вообще взорвался. Все понеслась, да? Дамы и господа, мальчики и девочки, добро пожаловать на амбарный бой. Делитесь честно, господа. У нас есть правила. Что-то там, по-моему, очень большое. Это чё? Это чё? Вчера с него хлещет. Так, блядь, он ругает на меня, кто-то пнёт, блядь. Да, пистолет очень точный, смотри, у меня одни попадания в голову. Блядь, 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 надо сесть. Что за блевотень? Так, перезарядка. Вот опять начинает. Достает меня. Не, ну он минус. Ну чё, бля, я победил. Я победил. Толстяк готов, толстяк готов. Ну и ладно, все равно я никогда его не любил. Давай аптечку сделаем. Обычную. Так, юзанем ее. Так, ну я победил. Я молодец. Все, там же что-то открылось. Вот, кнопка. Так, с толстяка-то ничего не выпало. Он такой был большой и огромный, и как-то с него кишок-то мало вывалилось. Какие-то запчасти маленькие. Так, ну все, пошли. Нормально. И куда это меня приведет? Отлично. Оттуда, точнее, туда, где он жил, да? Нет, пока просто на второй этаж. А, я понял. Так, понял. В смысле? Я застрял. Я застрял. О, отстрял. Сохранение. Так, хорошо. Ох, что-то чихнуть хочется. Нельзя. Я буду держаться до последнего. Так. Открываем. Опа. К сожалению, не удержался. Да. Все-таки чихнул. Так, что это? Гвоздем что-то прибито. Так, бухлицо. Какой-то журнал. О, эпоксид. Ну, давай посмотрим, что там написано. Пароль, да? You next. Ты на очереди. 1408. Серьезно. Мой пароль для подписчиков, когда мы дома оставляем в разе. 1408. Это приятно. Вот я говорил тебе лестница. Что там будет лестница. Вот она. 14.08. Эх. Если б я знал. Так. Нас сохранили вроде, да? Поехали. 1.4.0.8. Enter. Open. Отлично. Чувак, это проверка умений. Так что не жульничай. Из кармана все барахло выбросить. В смысле, я должен вот сюда скинуть все, да? Короче, он хочет, чтобы все мы выкинули с тобой. Хорошо. Но мы-то с тобой молодцы. Походу, он нам даст задание, которое дал тому пацану. А, ну так мы разгадали, но мы сгорели.
А на чем можно жульничать? Открыл. Нет, не пойдем туда. Я думаю, что у нас получится слишком тогда надолго все. Поэтому, ребят, не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока.